Здесь всегда цветут вишни, и все знают анапчане, что эта сторона наша всегда как вишневый сад. На первом субботнике жители дома по улице Крылова высадили 25 молодых вишен. Территория двора с прилегающим участком земли более 6000 квадратных метров. Особое внимание на зеленые зоны – клумбы, палисадники, деревья. По словам председателя ТОС, их двор утопает в цветах круглый год. За такой красотой нужен тщательный уход. В рамках всекубанского месячника по благоустройству жители дома уже убрали весь сухостой и выкосили траву. Я, конечно, с удовольствием смотрю, как преображается весь город. Благодаря всем неравнодушным людям, молодые мамы вышли, навели такой порядок, все выкрасили, все. Это говорит о чем? О том, что сознание людей уже больше. Поэтому я призываю всех. Вот у нас в субботу будет субботник по уборке пляжей, именно за Ореховой рощей. Я призываю всех пойти и каждый внести свою лепту. До конца апреля жители дома планируют закончить оформление вишневого сада и воплотить в жизнь идею цветочного вальса. Всекубанский месячник чистоты продлится до 30 апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.